Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Святослав Гуляев, я художник, который решил вам дать мастер-класс по рисованию мужского портрета. В прошлые дни мы видели, как я закомпоновал в листе этого мужчину, этот образ мужчины. Как же мы можем все-таки довести наш портрет до максимального знаменователя, я бы так сказал. То есть, как предельно мы могли бы его закончить. Относительно недавно здесь речь шла о том, то руки самый сложный элемент. Насколько вы помните, на фотографии первоисточники позапрошлого века, то есть 19-го, середины 19 века, не было видно рук. Для данного портрета мне приходится их додумать от себя, полностью скомпоновать и полностью придумать этому господину руки. И от себя полностью их нарисовать. Естественно, этим качеством обладает очень редко кто. Также считается наивысшим пилотажем у художника, если он всю картину от начала и до конца может придумать и нарисовать полностью из своей головы, полностью по своей фантазии. В данном случае учитывается, что он должен знать идеально анатомию, обладать техникой, чтобы, не пользуясь практически никакими материалами, а во многих случаях вообще никакими, воссоздать картину, которую из своей головы, одним словом. Сейчас мне сложно просто комментировать, потому что речь идет об очень сложном элементе. Руки крайне сложный элемент. Здесь много косточек, много сухожилий, много мелких мышц, элементов, такие как ногти. Если человек взялся рисовать руки, то стоит обратить внимание, что надо нарисовать их красиво, либо вообще никак не рисовать. Потому что руки это, в принципе, красивый элемент, изображают его на картинах только в том случае, если руки сами по себе красивые. В данном случае я использую жест он держит в руках. Держит в руках старинные очки. Ну или монокль, скорее всего, это был. Вот я наметил руки. Сейчас я буду их более тщательно прорабатывать. И скоро вы увидите, что у нас получится.
Итак, чтобы не растягивать удовольствие, я, пожалуй, подытожу финал своих мастер-классов. Я благополучно дорисовал этот портрет известного ученого, философа Миле. И вот что у меня получилось. Между тем скажу, что этот урок посвящен рукам. Я лишь добавлю, что вот таким образом я их дорисовал. Мне пришлось порыться в материалах, чтобы не пороть от себятину, и нарисовать подлинные монокли. Хочу заметить, что если художник рисует историческое лицо, персону из другого века, то он, безусловно, должен изучить моду того времени, чтобы доподлинно передать атмосферу времени, манеры для отображения возможных поз, атрибуты того времени. Иначе вы можете навлечь на себя неименуемую критику специалистов из других областей, смежных, связанных в корне с живописью, с искусством, или музейными теми же самыми работниками, которые не оставят и камня на вашем шедевре. Поверьте мне, они его так могут раскритиковать, что значительно снизят и вашу самооценку, и оценку вас в глазах ваших зрителей и друзей. Причем часто это бывает публично, что очень неприятно. Поэтому или не нужно ничего лишнего рисовать в руках, или, возможно, руки вообще не рисовать, или же не нужно рисовать ничего на заднем плане и вообще вокруг портрета, но тогда может пострадать сама картина, сам портрет за недостаточностью интересных фактов, за которые должен цепляться глаз, за недостаточностью символов в этой картине, в этом портрете. Ну или если рисовать, то хотя бы предварительно изучить это, чтобы у вас не получилось в картине, допустим, про Великую Отечественную войну 1945 года, радио, к примеру, на столе у радиста времен 1975 года. Ну, это просто так, как пример, случайно залетевший в голову. Поэтому я нашел в своих архивах монокли различные и врисовал его в том же ракурсе, в котором и наметил первоначально, учитывая перспективу и ракурс. Теперь, когда последний этот элемент завершен, вы можете посмотреть, что же у меня в итоге получилось. И вместе с вами можем посмотреть этот портрет уже в оформленном виде, находящемся в самом достойном месте в Институте Российской Академии Наук. Выбор оформления картины – это вообще отдельная тема. Пока мы этого касаться в этом видео не будем. Я лишь от себя добавлю, что для начинающих художников и просто тех, кто интересуется искусством и в частности моим творчеством, конечно, все, что я показал в рамках 4 мастер-классов, было показано чисто в ознакомительных целях. Естественно, я не могу показать всех секретов и раскрыть их мастерства за такое короткое время. Да и надо ли это делать? У каждого свой путь познания. И эти видео скорее являются мотиватором к действию для вашего вдохновения. Ну или страницами к размышлению. Я надеюсь, что я дал не только советы по рисованию, но и какие-то жизненные советы между строк для более внимательных. Единственное напутствие, которое я могу еще дать для тех, кто хочет научиться рисовать портреты именно, так это то, что вам, естественно, не следует начинать с таких сложных форм. Потому что у вас будет все время что-то не получаться, вы все время будете от этого страдать, вы вроде бы будете рисовать и похоже, и вас будут, возможно, родственники ваши хвалить, но в принципе вас все время что-то будет не удовлетворять. И я объясню, почему это. Это из-за недопознания таких вещей, о которых я сейчас скажу. Начнем с того, что обычно изучение формы головы начинают в
художественных школах или училищах с более простых форм и элементов, чтобы прочувствовать, от более легкого к сложному постепенно приступить. В общем-то, так как рисующий портрет человека профессионал должен иметь познание в анатомии, перспективе, законах светотени, мало того, что он должен быть просто коммуникабельным человеком, но и быть хорошим психологом. И более того, я даже скажу, психоаналитиком. Это из-за того, что многие люди часто волнуются перед тем, что их будут рисовать. Ведь часто ходят какие-то байки и небылицы про то, как портрет может повлиять на вашу дальнейшую жизнь. И тут нужно, естественно, успокоить человека, чтобы портретируемый чувствовал себя спокойно, ибо эта нервозность передается также и художнику, и в такой ситуации работать спокойно, естественно, и вдумчиво невозможно. И сейчас я скажу про байки, кстати говоря. Ну а в принципе, нужно понять человека, успокоить и почувствовать, как хорошему психологу. Ибо часто же говорится, что в портрете художник должен отразить внутренний мир человека, а не просто срисовать его тупо. А про разные байки я так скажу, что повлиять на жизнь и судьбу человека скорее может не портрет, а сам человек, то есть тот, кто рисует другого. Ведь есть же в народе распространенные поверья про дурной глаз или темный глаз, там легкую руку, тяжелую руку. Но это, в принципе, может случиться с вами и также в обычном транспорте, в троллейбусе, на вас кто-то может не так посмотреть. Поэтому не нужно об этом думать и бояться. Но таким образом нужно хотя бы просто доверять профессионалам, имеющим большой опыт, так как в ряде случаев ваш портрет может стать для вас как ангелом-хранителем, так же и негативным талисманом, смотря кто его делал. В моей практике люди лишь молодели и выздоравливали. Поэтому меня часто приглашают, кстати, рисовать и очень авторитетных людей, высокопоставленных, которые очень трепетно относятся к своей жизни и здоровью. Но портрет рисовали художники тысячелетиями, и существуют сотни и тысяч портретов в истории. И свои лики художникам доверяли короли и вельможи, потому что портрет – это был предмет роскоши всегда, и, кстати, поныне является. По портретам художников короли выбирали жены, принцесс других стран и королевств, так как путь в те времена занимал полжизни, и если принцесса уж приезжала, то уж навсегда к королю. И поэтому эти миссии доверяли художникам постоянно, до того, как появилась фотография. Портрет – это, дорогие мои, ваша история, история вашей семьи. Это предмет роскоши. Часто художник может уловить в человеке то, что не может уловить фотоаппарат. Какие-то мелочи, сгусток этих мелочей, который передаст всю вашу жизнь. Именно поэтому портрет наиболее узнаваем. Портрет – это предмет роскоши, и порой хорошие экземпляры стоят очень дорого, и их могут позволить себе по-прежнему исключительно богатые люди. Но часто получаются удачные варианты и уличных художников. Единственное, что тут уже влияние имеет, например, имя художника, его подпись, автограф. Вот такая краткая, пожалуй, лекция для тех, кого интересует искусство и эта тематика. Я желаю всем удачи в творчестве, вдохновения и позитивного мышления. Верьте в себя, в лучшее и старайтесь по мере сил. Собственно, это финальная часть моего мастер-класса 4-го по рисованию мужского портрета. С вами был Святослав Гуляев. Подписывайтесь на канал и посещайте мой сайт gulyaev.com. Счастливо!